На России продолжаются внутренние перипетии. Медведев снова заговорил о грязной бомбе. Риторика российской пропаганды, как она влияет на мировых лидеров, говорим с Ростиславом Мурзагуловым, писателем, публицистом и общественным деятелем. Ростислав, здравствуйте. Альбин, добрый вечер. Но уже и не только Медведев заговорил, уже и Путин заговорил, причем очень испуганным тоном, дрожащим голосом. И, в общем-то, ему понятно, что единственный его козырек, который в рукаве еще остается, в общем, может быть легко Украиной побит. Тем более, что, в общем-то, на самом деле всем понятно, что при том мощном потенциале, который имела всегда Украина в плане ядерного, в общем-то, всего тоже, понятно, что, ну, во-первых, я думаю, что те, кто были у власти в Украине, в те годы, на всякий случай, чертежики, да и отдельные детальки, а то, может, и целиком ракеточки это где-то попридержали. Поэтому совершенно не удивлюсь тому, что если сегодня Зеленский с НАТО не договорится, он скажет: ребят, ну вы меня сами продинамили. Собственно говоря, ну вот мы изобрели за неделю, еще за два дня сделали, вот она у нас стала на вооружение. Если Путин продолжит бомбить, мы будем отвечать так же, как он грозит отвечать. Почему нет? Почему нет? Украинская власть очень четко заявила о том, что у нас нет ни таких намерений, ни таких возможностей. В то же время российская пропаганда активно раскручивает сейчас эту тему. Почему России это выгодно? Нет, России не выгодно. Россия все-таки это делает с перепугу, потому что, еще раз, это единственный последний козырь, почему, собственно, они пока еще не уничтожены мировым сообществом. Потому что все понимают, что если... который сегодня стоит во главе России, к сожалению, так вот уж сложилось, значит, вдруг начнет в разные стороны, значит, выпуливать свои вот эти вот ядерные боеголовки, которые, скорее всего, по их состоянию похожи на какие-то каменные топоры. Я имею в виду, скорее всего, они в очень плохом состоянии. И куда они полетят, да куда они долетят, вообще одному Всевышнему известно. Поэтому, собственно говоря, конечно, у мирового сообщества есть разумные такие предостережения, да, от вот, ну, эскалации настолько, чтобы Путин не начал этим заниматься. Хорошо, таким образом, значит, мы простраиваем, моделируем ситуацию. То есть Зеленский же не просто так заговорил о том, что, ну, у нас два варианта: либо НАТО нас защищает, либо ядерное оружие нас защищает. Если вдруг НАТО нам говорит, что нет, мы вас не можем защитить, мы можем вас похлопать по плечу и сказать: ребятки, давайте, вы держитесь там. Вы главный форпост сегодня демократии в мире. Вот в этом вот клубе, значит, диктаторов, там народу много, а здесь у нас вот в клубе демократов воюет только Украина. Поэтому продолжайте, пожалуйста, гибните там. А это Зеленский в какой-то момент может ответить: ребят, ну, как бы, если вы меня не защищаете, ну, собственно говоря, а почему мне не произвести ядерное оружие? Ну, собственно, это же право страны защищаться. Поэтому я, кстати, знаете, вот я поработал в международной политике, там, год в ООН, там, и занимался международкой и из Москвы. Я хочу вам сказать, что прямо вот такими уж опровергающими мне заявления из Киева не показались. Более того, в общем-то, понимая примерно логику появления тех или иных сообщений на украинских и проукраинских, например, медиаканалах, я обратил внимание, что, в общем-то, вот эта вот нехитрая такая антитеза, да, что, ребят, если вы не помогаете нам так, как вы обещали, когда нас активно приглашали быть с вами, а не с варварами с Востока, если вы, соответственно, не сдержите свою часть обещаний, то почему мы должны себя ограничивать в том, как мы должны обороняться? Сегодня действительно путинское давление уже на протяжении почти 3 лет на Украине сказывается достаточно плохо. То есть, ну, как бы, страна не может вечно сопротивляться этому. И, соответственно, Зеленский ищет какие-то варианты. И я думаю, что эти слова звучат не просто так, конечно же. Ну, вы знаете, на самом деле, то, что сейчас в украинском информационном пространстве звучит, что Россия, раскручивая вот эту вот историю с возможным возобновлением ядерного потенциала в Украине, делает это для того, чтобы показать, что Украина может заниматься ядерным шантажом так же, как и мы. И таким образом, якобы создавая вот это вот впечатление, что мы от россиян, вернее, что мы недалеко ушли друг от друга. И якобы вот
вот таким образом Россия создает вот это вот ощущение у европейцев одного народа, так сказать. То есть... Нет, вы слишком хорошо думаете о Кремле, Альбина. Вы знаете, такие это долгосрочные... Я думаю, это я на самом деле цитирую одного из экспертов, который высказался в украинском медиа. Я вас понял. Значит, тогда этот эксперт слишком хорошо думает о Кремле, потому что никаких многоходовок я за Кремлем не замечаю давно. Что же касается конкретно вот этой ситуации, значит, с освещением всего того, что касается ядерных возможностей Украины, вы знаете, очень четко заметно в последнее время, когда в Кремле прошла команда от Пескова или Громова вот всем своим зависимым СМИ, и когда она не прошла, могу вас заверить, по теме ядерного потенциала Украины команды никакие не прошли, потому что все что-то молотят в разнобой. Одни говорят, что да, это ерунда, другие говорят, что все пропало, мы погибли. Путин сидит действительно с бледным видом. И когда он говорит, что Россия этого не допустит, а они давно уже этим занимаются, в общем-то, он подбирает тщательно слова, и видно, что у него готового ответа на это нет. В том числе, если бы это была нормальная журналистика или нормальная политика, то Путину, конечно, бы в России тут же бы задали вопрос: дорогой, а как ты этого не допустишь? Ты уже сегодня третий год берешь Киев за три дня, и сегодня уже такая шутка гуляет по интернету, да, что в общем нельзя спрашивать три вещи, да, это у девушки о ее возрасте, да, там еще второе, что такое в этом же ряду, и третье, это нельзя спрашивать у Путина, почему его сверхдержава для того, чтобы захватить Киев за три дня, привозит в Россию 10 тысяч северных корейцев. Соответственно, в общем-то, хорошо, вы можете предположить вслед за этим экспертом, которого вы цитируете, что Путин для того, чтобы вот как-то еще повысить ставки, вот говорит о том, что у Украины есть ядерная программа, ядерный потенциал. Но я на это вам возражу. А Путину куда ставки еще повышать? У Путина повышения никакого не осталось. Он сделал уже все, что мог. Он заключил, в общем-то, соглашение со всеми бандитами и террористами мира. Но его, пожалуйста, Ким Чен Ын уже его прям военный партнер. Они уже с ним вместе, по сути, участвуют в войне. И самое страшное, что они будут участвовать, по идее, если у них межправительственное соглашение, и в войне, если таковая начнется с Южной Кореи. А Южная Корея — это, в общем-то, ближайший партнер Соединенных Штатов. И, соответственно, в общем-то, Путин как никогда не был близок к провалу, да, вот если так разобраться. Какая ему еще вторая война, там, на каком еще втором фронте, где-то за 3-9 земель. Он здесь-то заплюхался и не может ничего сделать без участия тех же самых северных корейцев. Поэтому Путину повышать ставки уже особенно некуда. А вот со стороны Зеленского я расцениваю этот ход как весьма интересный. Да? Вот то, что он заговорил об этом, да, наверное, это вовсе не факт, что уже там, знаете, расчехляют ядерную боеголовку какие-то ребята с тризубом на гербах, да, на своих, на касках. Но это то, что называется в политике вербальной интервенции. Зеленский сказал, что теоретически это возможно. И, в общем-то, намек этот был совершенно непрозрачным. Поэтому нет, я все-таки думаю, что это, в общем-то, достаточно мощный дипломатический ход со стороны властей Украины. А все то, что говорит в ответ Россия, это всего лишь какое-то жалкое блеяние в ответ. И если вы посмотрите сами это заявление Путина, которое я буквально за 5 минут до эфира с вами посмотрел, то вы в этом убедитесь. Ну вот из свежего Путин заявил, что перемирие на неделю, на две или на год в Украине, он против такого перемирия, и нам нужен, как он говорит, прочный мир. Вот такое вот заявление российского диктатора циничное, что хочу отметить. Как вы считаете, к чему оно, если на самом деле Путину, в принципе, никто ничего не предлагал? А вы знаете, дело в том, что действительно, я думаю, что сегодня, как мне кажется, если бы вдруг вот прилетел там какой-нибудь волшебник в голубом вертолете, взмахнул своей палочкой, и вот стороны перестали друг друга стрелять, то это вот перемирие, я почему говорю про волшебника, потому что дипломатические пути к этому я вижу и просматриваю с трудом. Но если вдруг так случится, что вот так вот, значит, эта пауза состоится, то, конечно, эта пауза будет Путину не на руку, поскольку за то время, что будет пауза, все-таки с высокой долей вероятности Украина, обладая тем мощнейшим сегодня дипломатическим, политическим потенциалом, который она на сегодня имеет, а сегодня эта страна всему миру показала
большой такой потенциал дипломатический, я сейчас вот мягко скажу, да, но вы понимаете примерно, что я хотел сказать при этом. Значит, и, в общем-то, за время такой паузы, конечно, Зеленский или какой-то следующий избранный президент, я уверен, что украинцы следующего президента изберут адекватного и подходящего для защиты западных демократических ценностей, я уверен, что власти Украины за время этой паузы бы пробили бы решение про какое-то глубокое партнерство с НАТО, и Путину было бы сильно страшнее все делать то, что он попытался сделать в феврале 22-го, потому что он получил по носу даже при том, что поначалу-то Запад и НАТО вовсе не помогали Украине, ну так объективно, давайте мы вернемся в прошлое, и чем они помогли? А тем, что предложили Зеленскому в Польшу уехать, в этом была помощь? Нет же, на самом деле. И, соответственно, помощь началась только тогда, когда Украина сама встала в едином порыве и всей страной стала обороняться. Собственно говоря, поэтому я думаю, что за время этой паузы Украина бы перегруппировалась, Украина бы переориентировала свою армию, пересобрала бы свою армию, а у Путина все эти алкоголики бы разбежались с этой линии фронта и больше бы туда не вернулись, самое страшное, потому что они там сегодня даже за эти безумные деньги, которые им платят, не хотят находиться уже. И они там находятся просто по инерции и просто потому, что 500-х там расстреливают. Вот сегодня я очередное смотрел видео на эту тему. Там, когда командир какого-то подразделения узнал о том, что у него там трое за 500-лись, да, ну, нашим зрителям, кто не в курсе, поясним, да, сбежали с линии фронта, дезертировали. Он просто, встав в истерику совершеннейшую, впал, потому что у них там как тараканы люди пытаются разбегаться, и они их держат только вот этими вот внесудебными расстрелами. И он прямо в эфир кричит, понимая, что он может быть перехвачен, потому что, ну, извините меня, это эфир во время войны. Значит, и вот прямо в эфир кричит, что по законам военного времени всех расстрелять, их с танков раздолбить, то место, где они находятся, он визжит им вслед. И поэтому, собственно говоря, эта пауза, конечно, Путина похоронит. А тогда, когда у него все эти архаровцы полупьяные вернутся домой, привыкшие зарабатывать много денег и убивать людей, что там у него будет в России? А что будет с ценами на нефть за это время? А будут ли они такими высокими? Да? Высокие цены на нефть — это всегда сопровождение любой войны или там цепи войн по всему миру. А когда в мире все спокойно, ну, в общем-то, там танки Штоляра не надо заправлять, поэтому не так сильно нефть-то и нужна, поэтому цены могут упасть или могут за это время американцы договориться с арабами, чтобы поставить Россию на место, потому что арабы тоже много чем недовольны. И об этом, кстати, говорит то, что сегодня там сидит Путин без наследного принца Саудовской Аравии, который хотел приехать, а потом передумал, потому что с ним поработали американцы. Поэтому, конечно, любая пауза, любая остановка, я думаю, что сегодня повлияет абсолютно негативно на Путине и его путинизме. Вот теория победы Путина полагается на то, что российские силы будут проводить последовательные наступательные операции в течение неопределенного времени, однако эти изнурительные нападения, вероятно, истощат имеющуюся живую силу и технику россиян до такого предела, что войскам РФ придется сбавить темп наступления, по крайней мере, на отдельных участках фронта. Это может создать для украинских сил возможности оспорить и, возможно, даже перехватить инициативу на поле боя на таких участках. Это вот цитата из отчета Американского института изучения войны «Сегодняшнее». Как такие вот выводы аналитиков, о которых мы уже с вами начали немножко говорить, вот сейчас Американском институте изучения войны как бы подтверждают, что действительно вот эта вот путинская теория победы, она может провалиться. Вот как вы оцениваете подобные выводы? Ну, путинская теория победы ведь уже провалилась на самом деле, потому что, собственно, Путин был уверен, что у него компактная и исключительно эффективная армия, вооруженная по последнему слову техники и так далее. То есть все же это казалось фейком на самом деле. Это же был картонный лев изначально. Собственно говоря, поэтому-то и происходит все то, что происходит. Потому что, собственно, и вот эта обратная отрицательная селекция, кадровая, путинская, знаменитая, она же ведь прошла и в армии тоже. Потому что, ну, когда его генерал вводили в Украину войска колоннами, и колонны эти останавливались элементарно на украинскими военными спереди, сзади, подбивались по, собственно, по бронетранспортеру, и просто разбивалась к чертям собачьим вся эта колонна со всей этой знаменитой путинской контрактной армией, да, которая должна была в одиночку Киев за 3 дня взять. Собственно говоря, поэтому говорить о том, что путинская доктрина провалилась только сейчас, ну, вы знаете, конечно, это слишком льстить Путину, поскольку путинская военная доктрина провалилась, в общем-то, не родившись. И поэтому то, что сейчас у него любое его следующее действие вызовет ухудшение ситуации, у меня в этом ни малейших сомнений нет. Он сейчас-то держится только на КАБах, на заградотрядах и на вот этих вот
безумных совершенно выплатах за участие в войне, которые уже превышают во многих регионах соответствующие выплаты в Соединенных Штатах Америки. Давайте поговорим о ситуации внутри России. После угроз Кадырова Бикхан Барахоев и Резван Курбанов перестали появляться в Госдуме после вот этой вот оглашения этой кровной мести Кадыровым. Взяли отпуск, уехали отдыхать. Что вам известно? Они сидят все по бункерам во главе с Сулейманом Керимовым, который засел в бункер где-то с месяц назад. Я же об этом давно уже всем рассказываю, да, вот, что все это происходит. И, собственно говоря, мне это известно сильно раньше, чем вот та волна публикации, которая про СМИ прошла, когда пошла утечка вот с того совещания у Кадырова с силовиками, с его боевиками, по сути, о котором я тоже рассказывал за неделю до сюда этой утечки. Соответственно, по поводу того, что они боятся, да, они боятся, они знают, что кровная месть — это дело серьезное, если ты ее объявляешь, что ты как бы клянешься перед лицом, соответственно, Бога, перед лицом своих старейшин, перед лицом своего клана и так далее, ты клянешься в том, что ты ее исполнишь. То есть ее не исполнить нельзя, то есть нет обратного пути. Когда мне рассказывают о том, что Кадыров отзовет кровную месть, я начинаю просто, как бы, знаете, как-то судорожно думать, а эти люди, которые это говорят, они вообще на Кавказе были хоть раз в жизни, например? Я там вот работал много лет, например. А эти люди, которые говорят, что есть процедура отзыва кровной мести, это вообще, они откуда взялись такие горе-аналитики? Нет, он никого никуда не отзовет, потому что это слишком серьезная вещь, когда ты обвинил людей в том, что они, как он сказал там, да, и это перевели на русский, черти, но, в общем, понятно, что это по-чеченски было сказано, да, но смысл примерно такой, то есть когда ты сказал, что это люди, которые прогневили Бога чем-то, тогда ты не можешь сдать назад, иначе ты тоже прогневил Бога, согласно чеченским порядкам, это именно так. Поэтому, конечно, эти деятели, которые с Кавказом связаны, они это прекрасно понимают. Антон Вайна чувствует себя чуть полегче и получше, потому что его все-таки Кадыров не упомянул. Хотя, например, всем тем, кто в этой теме внутри давно известно, что Вайна, в общем-то, эту ловчонку держит и делает под себя, под вот этим соусом того, что сейчас у нас это будет русский Амазон. Владимир Владимирович, дорогой, сейчас мы тут все импортозаместим, все получим через Китай и через вот эту нашу собственную структуру, а то Амазон нам ничего не хочет возить, потому что там Безос, там Америка. Значит, соответственно, он вот решил стать под это дело олигархом. Ну, в общем, он чувствует себя попроще, и он открыто собирает совещание в Кремле, он там пытается как бы каким-то образом выстраивать кампании противодействия Рамзану. Получается, надо сказать, достаточно пока корявенько, потому что, ну, вот эти вот все смешные заявления общественности кавказской, как под копирку, которые делаются в Дагестане, в Ингушетии частично, значит, это, конечно, выглядит все жалко. И понятно, что все это делается по разнарядке. Это все делается по итогам прям конкретной встречи, которая была у Вайна с Меликовым, с главой Дагестана, который тоже, как и многие другие сегодня начальнички на Кавказе, они выходцы из российских федеральных силовых структур, и они поэтому, в общем-то, не жители Кавказа и не являются там какими-то авторитетными людьми, они просто исполнители воли Москвы, и, собственно говоря, ну вот они исполняют и в этом случае. И, в общем-то, получается все это очень плохо, потому что, ну, в общем-то, как вы напугаете Кадырова обращением каких-нибудь там работников трудового коллектива какого-нибудь автовокзала в Махачкале? Никак вы не напугаете. И никак вы не измените его планов. Да, они, конечно, пытаются делать какие-то силовые вещи, да, кто-то взорвал заправку, на задах офиса Кадырова, да, то есть его резиденции Гродинской, его дворца. В общем-то, да, заправка принадлежит его семье, в общем-то, давно известна тем, что называется она «Сеть заправок Лидер». Это было название в честь Ахмада Кадырова. Значит, соответственно, в общем, понятно всем, что это его заправка. Понятно, что просто так бы она не взорвалась, особенно в такой ситуации. Понятно, что это пластид, понятно, что это достаточно простой подрыв. Я думаю, я уверен в том, что к этому причастны российские силовики. Они ненавидят Рамзана. Как только они посидели на первом же совещании в Грозном, они поняли, что все, надо действовать. Спящих агентов в Грозных у них полно. Так же много, как их было в Киеве до вторжения, до того, как их не вычистили оттуда. Значит, соответственно, вот они там начинают действовать. Но другое дело, что у Рамзана ведь тоже как бы хорошо налажена структура обороны, да, от предполагаемых нападающих на него людей. Потому что, ну, смотрите, вот это, например, вот это вот покушение, которое на него было организовано, я о нем знаю чуть больше деталей, чем в прессе фигурирует. Значит, там же
было двое бандитов, которые туда приехали. Они даже рекогносцировку местности не успели провести. Они провели несколько встреч, на котором как бы, да, интересовались графиком и поездками Рамзана, где можно подловить его. И все, на этом и сдали их. Собственно, все, они сидят в грозненском СИЗО, и они дали все показания. Опять-таки, почему-то пресса упустила этот момент. Рамзан ведь сказал открыто, что уже есть люди, которые все рассказали. То есть это как бы было понятно, что где они рассказали. Они сейчас сидят в СИЗО, в общем-то, и им предъявлено обвинение, там, они там дали показания того, кто их заказал. Там, в общем-то, там сейчас история раскручивается дальше. То есть, в общем, там такой большой, хороший жабогадюкинг, который не закончится просто так, который приведет к перестрелкам, который приведет к дальнейшему усилению роли вот этой вот кадыровской мафии, которая, на самом деле, не только чеченцами пополняется сегодня, но уже и многочисленными другими, соответственно, представителями этнических группировок. Кадыров себя давно уже возомнил таким лидером всего не русского, не православного мира России. Ему очень не нравится, что этот неправославный мир в России ущемляется, а это действительно так. И это огромная база для протеста. Соответственно, Рамзан будет дальше там ураганить по России. Путинские генералы, которых от кормушки отодвинули, в том числе от вот этой ОПГ-шной кормушки, потому что они сами раньше были этой мафией, собственно, они очень недовольны, они будут пытаться сопротивляться. Ну и, собственно, взрыв за взрывом, разборка за разборкой. В общем, вот тебе, пожалуйста, 90-е годы, вот тебе, пожалуйста, гибель еще одной империи. Все повторяется. То, что Песков посоветовал Кадырову обратиться в правоохранительные органы, вот это о чем свидетельствует? Вот такая реакция Кремля. Ну, это, конечно, очень тупая реакция, потому что, в общем-то, Песков, он, может быть, не смотрит телевизор, да, если бы он смотрел его, или там наши с вами вот стримы не смотрят, тогда бы он видел, что вообще Кадыров не то что пошел в полицию, он всю полицию собрал у себя в Грозном, в своем кабинете. Там же сидели у него главный мент, главный ФСБшник, главный росгвардеец, главный весь генералитет чеченский сидел там, но беда там в том, что все федеральные структуры там возглавляют люди Рамзана. Там нет федеральных людей. Там нет людей, верных в Москве. Когда в Грозный приезжает какой-нибудь генерал ФСБ из Москвы, его обыскивают, у него оружие забирают на входе в кабинет или на встречу с Рамзаном. Понимаете, поэтому Рамзан как раз в полицию-то пошел. Он пошел в свою полицию, в полицию своего независимого эмирата Чеченской Республики Ичкерия. Он там провел с ними совещание, сказал, что он будет мочить и убивать, значит, врагов, которые попытались посягнуть на его как бы собственность рамзановскую. Поэтому все это уже было сделано. А все те слова, которые говорит Песков, ну, это... Вы знаете, я не знаю, это даже лакировка действительности тоже не назовешь. Это вот ровно та ситуация, да, вот я все время вспоминаю вот эту гениальную карикатуру Ёлкина, по-моему, когда идет голый совершенно Путин, да, а над ним, значит, держит Песков корону и кричит всем, что Путин очень красиво сегодня одет, вот как-то так, по-моему, да. Значит, вот это ровно это происходит. Сейчас Песков сказал, что Путин одет красиво, значит, Рамзан Кадыров живет в российском правовом поле, Чечня не отдельное государство. Ну, вот как-то так все это прозвучало, все похихикали, ну и дальше, в общем-то, живут и смотрят, попкорном запаслись, к чему приведет вот эта серия этого остросюжетного сериала под названием «Снашалась жаба с гадюк». Ну вот Ахмед Закаев также говорит о том, что это свидетельствует о том, что Путин не знает, что делать в этой ситуации. И вот такие вот заявления, в том числе и Пескова, они просто уже, знаете, ну действительно смешно. Ну, смешно это смешно, конечно. Смешно в этом мало, а на самом деле в том состоянии государства, к которому мы пришли, к которому мы, те россияне, которые имели возможность повлиять на это, как-то, в общем-то, тоже приложили руку. Так что ничего такого сильно смешного реально нет. Конечно, это трагифарс такой. Это вот всегда сопровождает излет любого государства. Знаете, когда какой-нибудь очередной Цезарь заводил там в Сенат своего коня и назначал его сенатором, ну вот нам сейчас с вами тоже смешно, а тогда людей резали там сплошь и рядом, почем зря. Но, собственно говоря, и Россию тоже ждет эта волна кровопролития. Нравится это кому-то, не нравится. В общем-то, по-другому, по-хорошему путинский режим не закончится. Он закончится только через кровь. Ну вот мы с вами говорили о том, пойдет ли дальше куда-то этот кадыровский бунт. Вот сейчас какая ситуация? Есть ли реально вариант развития его?
А сейчас пока, я думаю, стороны готовятся к атакам друг на друга. Если мы исключим какие-то мелкие провокации типа взрыва на заправке, значит, да, или там убийство одного из людей, который был некогда близким к Ахмаду Кадырову, а потом не договорился с Рамзаном, поссорился с ним, на, как обычно, не на жизнь, а на смерть, это Шерип Али Хаджаев. И уехал в Ингушетию, стал там вице-премьером, а потом стал еще и помощником Владимира Шаманова, который, в общем, тот из тех генералов, которые зачищали Чечню во вторую чеченскую кампанию путинскую. И, в общем-то, это тоже, на самом деле, кровник Рамзана, вот этот Шаманов. А Али Хаджаев мог помогать тем, кто выясняли маршруты передвижения Рамзана и так далее. И, собственно, как есть версия, что именно поэтому он был первой жертвой вот этой вот кровной мести. Есть версия, что это уже Рамзана рук дело. Соответственно, после этого несколько дней вот тишина. Значит, пока ничего особенного такого в паблике не происходит. Это не говорит о том, что все закончилось. Это говорит о том, что все серьезно готовятся к этим атакам. Ну и, в общем-то, по поводу того, что нам с вами интересно, а родится ли из этого какой-то бунт. Вы знаете, поначалу это будет внутриэлитарное противостояние. И, соответственно, Рамзан пойдет в нем достаточно далеко. Он нескольких, я думаю, серьезных ферзей там уничтожит. Значит, соответственно, после этого у Путина, скорее всего, проснется его животный страх перед Рамзаном и перед подобными людьми, потому что Путин признает только силу, и он боится только силы, а понимает, что у Рамзана сегодня силище это немерено. И, соответственно, он начнет пытаться каким-то образом Рамзана умаслить, что-то ему все-таки отдать. Тот же самый Вайлдберрис скажет: да забери ты его к чертям собачьим, никуда он мне не упал, этот Вайлдберрис, пусть он работает под тобой, мне все равно. Значит, и, соответственно, если будет так, тогда Путин будет очень уязвим и очень должен опасаться будет своего ближайшего окружения, как таки мы сегодня с вами упоминали, это Римскую империю. Вот там вот и ты, Брут, вполне распространенная ситуация в закате любой империи. И, собственно говоря, если Путин, грубо говоря, отдаст сейчас Кадырову под таким давлением все то, что Кадыров просит, то это будет означать, что власть Путина закончено. И, соответственно, вот там скорее надо рассчитывать не на бунт народный, да, и на какие-то там противостояния мощные там в Москве, там здесь идут там мусульманина, не мусульманы, там, значит, кровавая битва между ними. Нет, я думаю, что скорее там случится что-то внутриэлитарное, и на, в общем-то, месте людей, которые находятся рядом с Путиным и понимают, что Путин больше не обеспечивает тот общественный договор, который он с ними заключил. Значит, соответственно, этот договор гласил, что Путин является арбитром и тем человеком, который успокаивает любую опасную ситуацию, чтобы они могли в спокойной, стабильной ситуации, значит, набивать свои карманы золотом, да, и нефтедолларами российскими. Соответственно, понимая, что Путин больше не обеспечивает этой стабильности, у них возникает резонное желание Путина сменить на кого-то другого. Соответственно, демократических процедур в России не осталось, соответственно, как бы, да, но остались недемократические процедуры, внесудебные расправы, такие, как, собственно, Путин учиняет регулярно над своими, значит, врагами. И это путь вроде бы для диктатора эффективный, но только он, в общем-то, любой диктатор забывает всегда о том, что он сам-то тоже может запросто стать мишенью. То есть, собственно, так же точно он взлетел, как Пригожин, и точно так же на Тверью его сняли из того же самого ПВО, с которого он снял Пригожин. Или, например, там, да, какие-нибудь, как бы, люди, которые рядышком с ним находятся, точно так же, как он своим врагам там в Лондоне и в других городах Европы подмешивал в чаек отравляющее вещество, точно так же в чаек ему могут подмешать его. А потом те, кто подмешали, еще и проведут расследование, скажут, что вот какая незадача, оказывается, у него случился инфаркт, и человек помер. Соответственно, мы сами не узнаем, от чего Путин умер, если он в ближайшее время умрет. Но если это случится, то, соответственно, для меня, например, это будет понятный сигнал, что это сделало, конечно, его ближайшее окружение. И, собственно говоря, что Путин может этому противопоставить? У него же нет, на самом деле, какой-то такой когорты очень близких людей. Там у него нет каких-то людей, которые бы искренне его любили.
Потому что Путин, он уже перешел в ту фазу, когда его все ненавидят, включая тех, кто рядом с ним находится. И те, кто были рядом с ним и зарабатывали эти огромные деньги, огромной властью пользовались, все те эти Вайна, все эти генералы ФСБшные и так далее, все те, кто озолотились при нем, они сейчас на него смотрят и говорят, он нашу власть отдал каким-то чеченцам, он превратил Россию, он превратил Москву в Москва-бат, посмотрите, они ходят тут, стреляют наших людей, захватывают бизнесы, которые мы свои считаем. И, соответственно, для них не составляет ровным счетом никакого труда с Путиным разделаться. Ну, потому что нету у Путина какой-то гвардии из несколько тысяч там супер преданных бойцов, которые с ним все время ходят. У него там тоже отрицательная селекция, там тоже набрали всех по блату. Никто там искренне Путина не любит. Соответственно, до сих пор, пока он платит, пока он дает деньги и пока он обеспечивает стабильность, он там кому-то нужен. Как только он перестает это делать, он же абсолютно гол, как сокол, некому его защищать. Собственно говоря, вот примерно такой у меня прогноз на него. Ростислав, спасибо большое вам за этот разговор. Ростислав Мурзагулов, писатель, публицист и общественный деятель, был гостем этого стрима. Спасибо, счастливо.